Луис Орлен. Ну, я, по крайней мере, под этим именем покупала этот пион. И надеюсь, что это все-таки он. Очень красивый, крупный. Ну, сантиметров, наверное, 18 в диаметре. Многослойный, тут трехрядный. Невысокий, ранний. Ну, в этом году, в прошлом году, вот в 19-м купила у Станислава Нестерова еще для сравнения. Но пион замечательный. Надеюсь, что это Луис Орлен.